Добрый вечер. 7 часов и 20 минут на ваших и наших часах. Это пятый латвийский канал, программа «Без цензуры». Сегодня у нас гостит депутат Европейского парламента, представитель Единства Карлис Шадурскис. Добрый вечер. Лаваккар. Карлис Шадурскис, депутат Европарламента. Родился 11 октября 1959 года в Риге. По образованию математик. Был министром образования и науки, во время которого была воплощена школьная реформа. Был депутатом нескольких созывов Сейма. В 2006 году стал советником тогдашнего министра МВД Линды Мурницы по вопросам госуправления. В 2010-м парламентский секретарь Министерства обороны. Сейчас является депутатом Европейского парламента. Группа европейских народных партий и христианских демократов. Господин Шадурскис, вы случайно стали депутатом Европейского парламента? Если бы не столь сложный путь ратификации Лиссабонского договора, собственно, если бы не сам договор, и, кажется, Ирландия, которая не доратифицировала так, как надо, вы бы и не получили 9-е место, в смысле от Латвии, не стали бы депутатом. Все так? Совсем наоборот. Если бы ратификация Лиссабонского договора произошла бы нормально, то уже в 2009 году выборы проходили бы по Лиссабонскому, а не по Ниццскому договору. У Латвии было бы 9 мест депутатов, и я бы стал депутатом Европарламента уже в 2009 году. У меня такое ощущение, что там 9 мест или 29 мест у Латвии из 1000 – это вообще ничего, это капля в море. Ну, ходите вы, ну, летаете регулярно в Страсбург, в Брюссель. Очень редко, говорят, и в Люксембурге тоже бывает заседание Европарламента. Ну, принимайте в обсуждениях, и что? Ну, в Люксембурге, во-первых, только технические службы Европарламента и переводчики, депутаты туда не ездят, только в Страсбург и Брюссель. А у вас опыта депутатского не хватает крайне редко по особо торжественным случаям, потому что это здание было построено в благодарность Великому княжеству Люксембург за большой вклад в развитие европейской демократии. Нет, я говорил о реальности. 751 депутат – это много. В этом созыве депутатов даже 754. Много. У Латвии только 9 мест. Это мало. О роли стран надо судить не только по числу депутатов, а по величине неформальных коалиций. Например, голос Латвии в группе европейских народных партий всегда слышен. Например, мы добились того, что если у Латвии другая точка зрения по сравнению с остальными депутатами европейской народной группы, то мы всегда прибегаем к «keyword», это я по-английски сейчас говорю. Если отвергают конкретное предложение, то вся группа сразу голосует не так, как должна была бы голосовать по предварительной договоренности о голосовании. Вы меня понимаете? Латвия таким образом уже многого добивалась. Ну вот идеально, сколько надо депутатов от Латвии в Европейский парламент? Давайте все 700. 700 из Латвии, а 51 все остальные. Ну, значит, Европа станет колонией Латвии. Наверное, этого не произойдет. Ну, вы знаете, у Латвии были колонии. Думаю, принцип пропорциональности логичен. Чем меньше страна, тем больше у нее депутатов в пересчете на душу населения. Вот вы можете рассказать о самом большом, ну, как сказать, достижении в вашем Европейском парламенте? Большие достижения будут, уже есть наработки. В 2014 году мы будем говорить о перспективе бюджета 2020 года. Я там буду выступать. Я уверен, что мы получим то, на что надеялись по части дотации крестьянам. А еще про сплоченность и фонд сплоченности. Это будет реальным благом, материально прощупываемым. Это успех работы комиссии, Евросовета и парламента. А вот вам не стыдно, как представителю Латвии, латвийского государства, ну, по сути, вот ходить с протянутой рукой? Вот мы должны вот прямые дотации вот на больший уровень вывести. У нас не сельское хозяйство зарабатывает, а мы просим от Европы, вот доплатите нам, пожалуйста. Ну, мы не сами строим мосты, а строим, потому что есть структурные фонды, которые Европа, так сказать, выделяет, европейские структуры, на структурные какие-то объекты. Да? Мы не сами ведем свою политику, а плетемся где-то в хвосте, потому что, ну вот у нас вот такая уникальная ситуация, мы сами не можем, мы маленькая страна, и вот комплекс неполноценности, может, хватит уже?
стране. Но это очень-очень поверхностное такое суждение о комплексе неполноценности. Тогда самый большой комплекс неполноценности должен быть у крестьян Нидерландов, Франции и Мальты, которые получают самые большие дотации. И кипрским, вероятно. Абсолютно понятно каждому, что сейчас сельскохозяйственный рынок без регуляций выжить не может. Это ясно. Это неконкурентоспособный рынок вне границ Европы. Это то же самое, что сказать, у вас маленькие зарплаты, и вам меньше полагается. Но простите, минеральные удобрения приходится покупать по одинаковым ценам всем и в Европе, и в мире. У нас дотации крестьяне получают в размере 80% от среднего по Европе, но это наш минимум. О комплексе неполноценности. Несколько лет назад в этой студии вы довольно легко, свободно и охотно отвечали на вопросы и вашего покорного слуги, и русской прессы на русском языке. Можем даже, так сказать, это напомнить. Значит, избивали стеком, ну так, ставя подушку, чтобы не остались бы следы, давали какие-то коричневые таблетки, били, чтобы принудить принять эту таблетку, лили на воду, на голову воду. Ну, гестапо или КГБ? Вот что произошло за эти годы, что вы стали говорить со всеми на латышском языке? Ко мне пришел опыт в политике. Смотря на политика и на то, что он говорит и как он говорит, это говорит о целях и задачах. В конце концов, в Латвии все постоянные жители говорят по-латышски вне зависимости от своего этнического происхождения. Это сразу дает серьезное чувство принадлежности стране. У меня нет проблем слушать ваши вопросы по-русски. Сняли с языка. Мамыкин отщепенец. Он, не так сказать, не влился еще в общество. Сейчас на русском вопросе. Нет. Я очень хорошо понимаю, что ТВ-5 — это канал, который показывают для русской аудитории в основном. Я разрешаю русской аудитории смотреть информацию на родном для нее языке. Телевидение работает на свою аудиторию. А политики Латвии должны с любой аудиторией говорить по-латышски, чтобы маленькую чуточку принадлежности к Латвии показать. Латвиешу валодā, lai radītu varbūt vienu mazu niecīgu papildu stimulu latviešu valodas apguvei. Я все равно опять все про русское, знаете, пьяного куда тянет, по русской пословице. А как у вас любимая русская песня, такая самая, которая вот в душу врезалась? Или на русском языке? Мне трудно ответить на вопрос, какая моя любимая песня на латышском языке. Может быть, песня «Алвас залдатыни» Иманса Калниньша. А про любимую русскую песню трудно ответить. Я вам специально поставлю, диджей Мамыкин вам специально подготовил одну песню, а вы потом скажете о своем отношении к ней. Слова русские. Да, Pink Floyd со времен юности был одной из моих любимых групп, в том числе песня «The Wall». Un man ir jāsaka, ka šis klips, kas tika izveidots par Melno Kārli. Этот клип о чёрном Карлисе, там тематика ближе, чем в оригинале у Pink Floyd. Работа режиссёра и авторов в этой переделке была неплоха. Режиссёр, kā režijas darbs un kā autordarbs ir bijis. То есть признаёте, Петропавловский талантливый человек, Татьяна Аркадьевна Жданок.
Но, талантливый человек. Татьяна Жданок была довольно талантливым математиком. А сейчас? Талантливым политиком мне ее назвать трудно. Но мы не об этом. Песня прекрасная. Не скрою, в моем доме в ожидании 1 сентября 2004 года эта песня звучала часто. Спасибо, одна русская журналистка подарила мне компакт-диск с этой песней. Что, ужас какой. То есть на работе вы с ними боролись, а дома, сидя, втайне слушали песни Петропавловского и Жданок? Ой, нет. Ну, прежде всего, почему же втайне? Ну что, как Высоцкого в 80-м году, открытыми окнами на весь двор, из квартиры Шадурчиса? Ну и надо знать, что о тебе говорят и поют. Ты стал политиком тогда, когда на тебя рисуют карикатуры, а не только публикуют красивые фото на пресс-релизах. Ну, не только публицей скайст фото кадрейс, когда ты маз релизит. Вот рисуют карикатуры и поют песни, высмеивают. И я вот однажды в Сейме встретил своего старого друга Якова Плинера. И я ему сказал: «Яков, спасибо, ведь то, чего другие политики добиваются огромными ресурсами по части своей популярности, при помощи запчел, я получил, не вложив ни одного лата». Черный мой образ в одной части общества стал белым в другой. Что происходит? Что жизнь делает с политиками? Вы еще и комплименты в адрес запчел высказываете. Давайте про Татьяну Аркадьевну. 20 лет назад. Семинары помните общие с ней? Конечно, очень хорошо помню. Это были Банаховы процессы в математике, если я не ошибаюсь? Ну, не только в пространстве, открытом Стефаном Банахом, во многих пространствах, в пространстве абстрактных функций. У нас с госпожой Жданок одна и та же специализация. Мы ходили на одинаковые семинары к профессору Евгению Царькову. Он был нашим с ней учителем. Жданок чуть старше меня, она раньше вошла в науку. На каком языке тогда вы говорили с госпожой Жданок и с профессором Царьковым? С профессором Царьковым я говорил на русском языке. Ужас, кошмар. Вы предатель. Вы предатель латышского народа и государства. Вы должны ему были напоминать во время того, когда учились у него, о советской оккупации. И он должен был стоять на коленях. Некрасивая провокация с вашей стороны. Мнение? Ну, читал партию «Единство», программу, пересказал сейчас вам. Ничего своего не добавил. Такое мнение, конечно, можно высказывать, но люди, которые в своей профессиональной деятельности далеки от политики, но втягивают политические элементы в неполитическую деятельность, в итоге получают такой коктейль, который ничего не даст. Мы говорили о математике. В то время я читал много книг по математике на русском языке, но на латышском не было терминологии. Она ведь только сейчас появляется. Терминология, может быть, истинно еще не была в то время очень много вопросов, потому что латвийская терминология сейчас интенсивно формируется. На профессиональном жаргоне сейчас у нас среди депутатов мы такое говорим, что трудно понять, это латышский язык или английский. Сейчас ведь так много терминов приходит к нам из английского языка. Здесь реплика о языке была не к месту. Смотрите, еще одна цитата. Скажете, провокация или нет? «Я считаю ниже своего достоинства говорить с молодыми людьми, которые употребили алкоголь и орут». Кто сказал? Речь, скорее всего, об акциях протеста в связи с митингами против реформы 2004 года. Кто сказал? Не помню точно, кто это сказал. Я вам помогу. Его превосходительство, министр образования и науки Латвийской Республики Карлиш Шадурский с агентства БНС 2004 год. Да, я тоже мог это сказать. Если вы посмотрите хронику того времени, то прямым побуждением было, что один протестующий на Домской площади выпал из качелей и получил травму головы, потому что был сильно выпивши. Господин депутат, приезжайте к нам в Плявники. Там такие случаи каждые 3 минуты происходят. Это жизнь. Вы
тоже с 30 тысячами не будете говорить, только потому что они пьяные и иногда громко разговаривают? Что это за высокомерие такое? Нет, говорить с разгоряченной толпой нет смысла. Если вы помните другие детали того времени, то протестующих приглашали в министерство. И в нашем маленьком зальчике я принял 20 человек, и мы там говорили. Dažiem cilvēkiem viņu bija apmēram 20 skaitā, runājām un pārunājām, nu, kas ir tieši tas, pret ko... Говорили, против чего они протестуют, а не так, мы не хотим реформы. Что конкретно вы хотите и что не нравится? С частью толпы говорить можно, а кричать в толпу в сопровождении освистываний не имеет смысла. Daļu, kas ir viedokļu līderi tam pūlim, kas ir ārpusē, var runāt, var saprast, ko viņi grib, bet ar kliedzošu pūli svilpienu pavadībā runāt nav nozīmes. Ну, подождите, если вы не будете говорить, они будут дальше крушить здания, бить камнями витрины. Мне кажется, это роль журналистов — понимать, что на самом деле хочет политик, и понять, что хотят лидеры мнений, а потом проинформировать общество про детали. А в дискуссии про детали можно прийти к результату. А если одни говорят «нет», другие «да», и нет аргументов, то нет и дискуссии. Смотрите, еще одна ваша цитата годичной давности. Подписавшись за референдум, Ушаков отработал свое признание оккупации, чтобы оправдаться в глазах избирателей. Этот референдум был не по негражданам, а по языку. Прошел в феврале. Говорили вы, естественно, чуть раньше, когда Ушаков признал, что поставил свою подпись. Согласны с каждым словом процитированным? Какой комментарий вы от меня хотите? Ушаков отработал свое признание оккупации, чтобы оправдаться в глазах избирателей. Таска Ушаковс. Вена, то, что Ушаков не в партийном заявлении от имени всей партии, а от своего имени на одном международном семинаре сказал, что оккупация была, правда, одним предложением и по-английски, все это была игра центра согласия. То есть разные новости для разных аудиторий, для русской и для латышской. Люди рактурига спеле, дуэт дажада зинес, дажадам аудиториям. Латвиеша аудитория и криева аудитория. Notika kļūme, jo latviešu auditorijā, kas tiešām šo ziņu uzņēma... Произошла осечка. Латышская аудитория эту новость приняла с воодушевлением. Я не знаю, почему Ушаков это сказал. Хотел, чтобы Центр Согласия взяли в новое правительство. Центрs būtu uzaicināms partneris nākamajā valdībā. Ну, tie бija tie мэсли, kas bija jāpasaka. Ну, это было то дерьмо, которое нужно было сказать. Новость пошла с силой по всей Латвии. Я думаю, русской аудитории это не понравилось. Tādu dīvainu sajūtu vienā krieva auditorijas daļā, kas ir saskaņas centra pamatvēlētāji. Ушаков, как политик, занимается таким адресным посланием своих месседжей в каждую аудиторию? А вы этим не занимались никогда? Дома на кухне слушать черного Карлиса, а в министерстве бороться с противниками? Я и в министерстве. В министерстве слушал песню про черного Карлиса. Да, мне пора уходить из профессии. Продолжайте. Центр Согласия придумал себе кампанию узнаваемости, которая целит только на Ушакова. Мы же слышим везде не про Центр Согласия, а про Ушакова. Он привлекательный и молодой. Ну, Ушаков, который певилцик. Яркая фигура, молодой, талантливый, очень умный. Яунс, талантикс, лёти лаби макс радата медием. Ну, тешам профессионал. Молодой, талантливый, умеет работать с журналистами, профессиональный политик. Сам Ушаков привлекателен всем избирателям в Риге, а Центр Согласия – нет. Всем Ригс, ну, лелай далее Ригс вэлэтай. Саскань Центрс – дезвай. После того, как Ушаков сказал про эту оккупацию, я думаю, он получил очень много комментариев, ужаса и непонимания от своего электората. И у Ушакова не было никакой другой возможности, только как идти и подписываться за русский язык. Центром не было никакой цитас иеспеи, чтобы не позаудать своих вэлэтайс, как валодс референдума и эту цель, ко виня изгай. Это не стандарт высокой политики. Услуживать и нашим, и вашим, играться. А у партии единство, значит, есть вот эта вот высокая мораль, значит, вот эти вот идеалы, которые давно преданы и проданы на второй день после выборов. Ну, видите ли,
Журналисты. Опять скажете, некрасивая провокация. Только журналисты. Журналисты о политиках, они либо в открытую издеваются, либо критикуют по поводу и без. Я не такой. Мы к этому привыкли, знаете. Я люблю вас и партию вашу люблю. Но у нее есть непоследовательные шаги. У меня есть один грустный вывод. Мартинш Розе. Фактически первые позитивные комментарии о себе от прессы он начал получать после смерти. Вряд ли я о себе позитив от журналистов услышу, потому что к тому времени уже умру. Ладно. Это не журналист, это политик. Карлис Шадурскис говорит о Затлерсе. Еще одна цитата. О партии реформ Затлерса. Она продемонстрировала суперскорый период полураспада. Уже с самого начала она была неправильно образована. По принципу, что студент учит экзамен, который сдавать завтра. Нет серьезной базы. По большей части это случайные люди, которые просто собрались. Господин Затлерс должен был послушать наши хорошие советы, которые мы ему давали. Конечно, за столь короткое время создать партию нельзя. Сейчас, работая в правительстве, партии собраться будет сложно. Около их министерств кучка людей, которые работают на своего руководителя, а не на общие интересы партии. Может, с себя надо начать и о коллегах по политике более уважительно отзываться? То, что Затлерс нас не послушал, это была ошибка. Я ведь всегда выступал за консолидацию партии. Тут ведь речь идет о преодолении 5% барьера, а он ведь партию создал за короткое время. Партии так и не образовалось. У нас есть три министра от партии Затлерса. Я не вижу, что эти министры реализуют общую линию партии. Не всякая реформа хороша, бывают и очень плохие реформы, знаете ли. Вы согласитесь с этим? Но вот что она образовалась так быстро, эта партия, это небывалый случай в политике Латвии. 6 депутатов ушли из нее еще до первого заседания Сейма. Этого не бывало. Хорошо, вот приглашали вы Затлерса в партию Единства. Вот я готов вступить. Меня возьмете? Почему бы и нет? Будет две рекомендации, возьмем. Ну, насчет одной рекомендации сейчас договоримся, вашей. Тут нам надо ваши взгляды проверить. Давайте вопросы. Оккупацию признаю, но считаю, что русский язык должен быть вторым государственным. Возьмете меня с таким взглядом? Это уже серьезная проблема. Латвия — это национальное государство. У нас равные права у всех этнических групп. Русские — самое большое этническое меньшинство. Но я не думаю, что нужны дополнительные права для русского языка. Мамыкина, возьмете с такими взглядами в свои ряды? Вера и правда будут служить идеалом вашей партии. Взятки брать не буду. Ужасно трудно служить идеалом партии, если это не твои идеалы. С такой позицией по русскому языку вам будет трудно в нашей партии укреплять позиции латышского языка. Но это же моя проблема, понимаете? Но вы с такими взглядами возьмете меня в ряды своей партии или не возьмете, отвергнете? Мы должны будем договариваться, как глубоко в вашем сердце эта линия, которая отличается от общей линии партии. А что значит договориться? Вы как Затлерс, что ли? Намекаете на что-то? Только честно, я никому не скажу. Что значит договориться? Сейчас договоримся. Реклама на Пятом канале. Мы сейчас договоримся, но мы вернемся. Добрый вечер всем, кто смотрит Пятый латвийский канал только в эти минуты. Меня зовут Андрей Мамыкин, и еще почти 20 минут, чуть-чуть побольше, депутат Европейского парламента, естественно, от Латвии, в прошлом министр образования и науки Карлис Шадурскис гостит в нашей студии. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. В общем, за рекламу мы не договорились. Нет, это тот редкий случай, когда реклама была короткой. Обычно на телевидении реклама кажется длинной, а сейчас была короткая, поэтому договориться с господином Мамыкиным у нас не получилось. У кого есть дополнительные вопросы, то скажу сразу. О деньгах не говорили. Не дошли до денег. Не дошли. Пока я Мамыкину свою рекомендацию дать не могу, и не за деньги, а за взгляды. Ладно, тогда еще одна цитата. И вдруг политический заказ, и вдруг начинается снятие Лоскутова. И я абсолютно уверен, что это как-то связано с делом о дигитальном телевидении, которое вот-вот... Я очень думаю, что появится обвинение господину Штейле. Я думаю, что даже. Это... Думаю, что так. У вас есть такое основание полагать. Я верю показаниям Лепнекса. Вот скажите, в сравнении с 2007 годом и вашим отношением к Штейле и сейчас, в целом оно изменилось? Или оно осталось таким же, критически отстраненным? И, в общем, вы не считаете, что Штейле служил идеалом государства, служил этой стране? Да, в целом мое отношение к Штейле не изменилось. Я не считаю, что политики такого типа служат государству. Мы не можем отрицать отдельные позитивные моменты. Но главная проблема вот в чем. Я для государства или государство для меня? Es valsti vai valsts man? И если политик, выполняя свою работу, пытается какой-то нюанс закона обратить во благо себе, группе лоббистов, это происходит не после того, как объявлено, что у нас новые приоритеты, и мы все силы приложим для его выполнения. И все, которые в одной отрасли работают, будут пользоваться одинаковым, плохим или хорошим отношением. Мы фокусируем пулиню и наудус ресурсу в этой йоме, и всем, кто в этой йоме работает, будут винады лаби, или цита Но мы видим избранную группу бизнесменов, для которых путь в канцелярию правительства ближе, чем для всех остальных. Это проблема, которая приводит к печальным для страны последствиям. Нам нужны политики такого типа, как Валдис Домбровскис, а не такого типа, как Андрис Штейле. Я вот вашими словами теперь буду говорить. Цитата про Центр Согласия, февраль 2012 года. Центр Согласия свою роль сыграл, и по мысли кураторов из Москвы больше не годен для дальнейшего использования в целях реализации их задумок. Не могу вспомнить, откуда вы это вырвали из контекста, но у Центра Согласия серьезные проблемы с идентичностью. Потому что, чтобы попасть в правительство, в правящую коалицию, надо говорить одни вещи. А чтобы понравиться своим избирателям, надо говорить другие вещи. Сидеть на двух стульях трудно. Пока Ушакову это удается, но с трудностями. Ладно, хорошо, тогда еще одна цитата. Я скажу вам непопулярную вещь. Все бросились в истерику из-за кризиса евро. В унисон кричат, Латвия не должна идти в еврозону. Однако понизим инфляцию, выполним критерии и сможем достичь в 2014 году поставленной цели о включении в клуб евро, и я буду самый счастливый человек на свете. Подписываюсь под каждым словом. А зачем нам уничтожать еще один символ государственности лат, национальную валюту? Лат для многих это символ. В начале введения лата у этого было большое символическое значение. Но будем реалистами. Лат — это средство платежей. Какой бы сильной зона лата ни была, это будет только Латвия. Какой бы слабой ни была зона евро, но это будет Европа. Наша экономика больше всего интегрирована в ЕС. Такая валюта, как у нас, лишь дополнительный риск, опасения для инвесторов и лишняя преграда. Инвесторы понимают, что такое зона евро, но ситуацию в Латвии они не понимают. В любом случае, нам лучше сидеть у стола, где решают, а не только там, где исполняют. Лат жестко привязан к евро. Мы получаем все те же проблемы, но не получаем ни одного бонуса от евро.
Bet mēs negūstam nevienu eiro bonusu. Iedomājieties, ja Grieķija būtu... Представьте, если бы Греция не была бы в зоне евро, стала бы она проблемой для всей Европы. Это была бы только проблема Греции. Если бы Латвия была бы в зоне евро, когда мы начали искать помощи у международных кредиторов, когда на мировых рынках мы ничего занять не могли, потому что в наше будущее никто не верил. Единственный заемщик был Международный валютный фонд и Еврокомиссия. Ну, не единственный. Далеко не единственный. И вы знаете, сколько ваш образец для подражания Домбровски, сколько источников финансирования он отверг. И не захотел принимать. Совершенно верно, это вопрос условий. Но я говорю о чисто финансовых условиях. И там был только МВФ. Citām lietām. Un tur bija vienīgais bija Startautiskais valūtas fonds. Ja Latvija būtu bijusi eiro zonā, если бы Латвия была бы в зоне евро, у нас в кризисе не было бы никаких проблем. Мы жили бы так же беззаботно, как живут греки. Visām šīm sarunām ar starptautiskiem aizdevējiem, tad mēs dzīvotu tikpat laimīgi, kā grieķi bezbēdīgi. Mūsu valdības apņemtos saistības, правительство выбрало путь, а потом оказалось бы, что народ этот путь не поддерживает. Ну, как греки говорят, мы это не можем выполнить. И все время с ними нянчатся. Греки всю лайку тогда их по бридим сака. Он всю лайку, а в нем нотиек тогда венкарша волода рунают ауклеши нас. Вот какая несправедливость. Грекам прощают все. А мы должны вытягивать на свой ценой пенсионеров, ценой безработных. Ответ – еврозона. Ты член клуба или не член? То есть надо вступить в зону евро, чтобы... Мое глубочайшее убеждение, что Европа должна идти на более тесную интеграцию. Ну, как сказал мой товарищ по группе, президент Европарламента, либо мы вместе спасемся, либо отдельно потонем. Я даю предпочтение спасению. И такая ситуация, что каждое правительство делает себе бюджеты и долги как хочет, а платить потом будем все вместе, эта схема не может долго работать. Protams, ka Eiropas kopējām institūcijām ir jābūt ietekmei uz... Конечно, правительства должны иметь свое влияние на бюджетную процедуру, на потолки дефицитов, и сейчас царит большой ажиотаж после речи Барозу о федерации. Рунас пар федерацию. Ну, поддерживаете идею федерации? Jautājums ir, ko mēs šai federācijā ieliekam. Protams, ka federācija... Вопрос, что мы вкладываем в эту федерацию? Конечно, федерация как одно государство, Европа таким государством не будет. Но абсолютно ясно, что евроструктуры должны иметь большее влияние на все финансовые процедуры. Пока мы находимся в пределах Лиссабонского договора, мы говорим только о преодолении кризиса. А если у евроструктур будут другие инструменты влияния на Грецию, Португалию, Испанию, Италию, то мы достигли бы многого. Pilni ietekmes instrumenti gan uz kopējām eirozonas banku lietām. Es domāju, ka mēs daudz ātrāk atrisināt visu šīs problēmas, jo... В конце концов, это несправедливо, что процентные ставки в Германии низкие, а в Испании высокие. Но выход, в принципе, один. Либо вся зона евро выйдет из кризиса, либо эти трудности будут нас преследовать долго. Izies no grūtībām, uz ko es ļoti ceru, vai arī šīs grūtības turpināsies ļoti ilgi. Līdz ar to, облигации одной или другой страны надо покупать по одинаковым ценам, а это возможно только тогда, когда у нас будет больше централизованных экзаменов, процедур. Министр образования говорит. Ну да, с кем не бывает. Больше думаю о содержании, а не о форме. Я за более тесную экономическую интеграцию с более тесными политическими элементами. Еще одна цитата. Апрель этого года. Вы много изучали. Да, просто талантливый ученик. Простите, прощения, опять с языка сорвалось. Талантливый учитель, профессор Шадурскис. Министр и идеал, и мой любимый политик. Спасибо. И в партию рекомендацию так и не получил. Еще нет. Да. Слушайте цитату. Нужна дополнительная дискуссия. Меня удивляет, многие старательные деятели Эйнарса Репши подговорили и убедили, что его возвращение в политику возможно и для Латвии нужно, потому что в противном случае он, по-моему, не согласился бы стать лидером такого общества. Мне кажется, вы какой-то неблагодарный. То есть, если бы не Репши, тогда своей харизмой, своей внутренней силой, как бы к нему ни относиться, втянул вас всех в 2002 году в политику, сейчас бы никто не знал о политике Карлисе Шадурскисе.
А вот в этой цитате вы как-то, в общем, ну, даже и спасибо не сказали Рэпшу. Varbūt es pateicu paldies iepriekšējā vai nākamajā teikumā, kas... А может, я спасибо сказал в предыдущем или в следующем предложении, которое вы не процитировали? Мое отношение к Репше как к человеку, политику и коллеге такое. Репше — абсолютно честный человек. Он ничего не делает в тайне. Все, что он делает в политике, в финансах или в области личных денег, там нет ничего сокрытого. Он все это демонстрирует и делает в соответствии с личными убеждениями. Я его за это уважал, уважаю и уважать буду. Иесим тагад талак. В 2002 году у Репши была положительная роль в образовании партии «Новое время». Без Репши эта партия превратилась бы в очередную мелкую партию. У нас таких партий было много. Репша поднял партию до точки смерти, под которой можно умереть, а над которой можно полететь. И в стране началась настоящая борьба с коррупцией. Потом все развивалось, и сейчас каждый согласится, что мы живем в менее коррумпированной стране, чем в 2002 году. Все это потом привело к созданию партии «Единство». Сейчас же все, что я слышу и чувствую от приближенных к Репше, что бизнесменам не с кем поговорить из политиков. Вопрос, почему это нужно? Зачем бизнесмены ищут себе карманных политиков, с кем есть о чем поговорить? Латвийское государство движется на развитие бизнес-среды, к лучшим налогам, системе, взять, например, микропредприятия или пониженные налоги. Мы видим проблемы, но они ясны. Мы хотим лучшего. Привлечение инвестиций — это все пытается делать правительство Домбровскиса. Скептики скажут, что мы в кризисе, а мы смотрим на макроцифры. Каждая семья этого еще не чувствует, но каждый из нас потихоньку выходит. Я еще не закончил. Португальцы, греки и испанцы сейчас завидуют нам. Мы вышли уже, а они еще нет. В этом большая заслуга правительства Домбровскиса. Это же нормально и естественно, что предприниматель, который в Латвии частный и который создает на 97-8% внутренний валовой продукт, идет к политикам и говорит о своих проблемах, о налогах, о рабочей силе, о невозможности ввести рабочую силу из-за рубежа, о, так сказать, падении. Это нормально. Почему бизнесмен... К тому политику, к которому он идет, сразу попадает к карманному политику по вашей системе координат. У бизнесменов сейчас есть все возможности идти к правительству и там говорить. А если предпринимателю нужна одна карманная партия, которая пообещает поддержку ему лично, то это большая проблема. Я очень рад, что проект «За хорошую Латвию» провалился. И бизнесмены сейчас глубоко сожалеют, что вовлеклись в этот проект. А вы ни разу не ошибались никогда. Ошибались только бизнесмены, которые пошли за Шкелой и Шлессерсом. Вы в своей жизни ошибок никогда не совершали ни одной. Если я говорю, что кто-то ошибся... Ну, вы посмеялись сейчас над людьми, которые наивные дети, бизнесмены закаленные, но поверили политикам и обожглись. Мне этих людей жалко, вы над ними смеетесь.
Во-первых, я над ними не смеялся. Во-вторых, если я говорю, что ошибся какой-то бизнесмен или группа, которая не представляла весь бизнес, то этим я не презумирую, что вы, господин Мамыкин, или я, или оператор в нашей студии никогда не ошибались. Операторы, которые работают в студии, никогда не ошибались. Это не особенно корректный прием с точки зрения формальной логики. Я указал на конкретную ошибку, неудачный проект ПЛЛ, который в случае успешной реализации откинул бы демократию Латвии назад. Общество Репши может повторить эту же ошибку. У меня есть приметы, которые об этом говорят. И я вижу проблему. Когда Репша почувствует, что его использовали, у него начнутся большие внутренние проблемы, потому что Репша честный. Tur būs liela iekšēja problēma šajā biedrībā, jo Repša, kā es vienmēr esmu to teicis, ir godīgs cilvēks un negodīgu spēli nespēlēs. А, кстати, про себя можете сказать, что вы честный человек и в нечестные игры не играете? Тая бриди, я и сопроту, ка спе. В той ситуации, когда я пойму, что игра нечестная или правила нечестные, я попытаюсь их изменить. Смотрите, об абсолютно честной партии Jaunais Laiks, которая юридически сейчас не существует, и об абсолютно честном человеке по фамилии Питер Онекс, у которого, как вы знаете, были тетрадочки с черной кассы Jaunais Laiks. Цитата из Карлиса Шадурскиса. Мне с данной персоной никогда не выпадала честь встречаться, но из разных источников слышал как хвалебные отзывы, так и такие, что он виноват во всех латвийских бедах. Это вы говорите о господине Абдулмуслимове и о его бизнес-связях, в том числе и с человеком по фамилии Питер Онекс, который с вашей партией был связан хорошо. Может, есть что добавить? Варуган. Есть такое понятие, как ход времени. Я пец там... Если потом, после, мне кажется, 2005 года, когда из-за покупки голосов Центром Согласия были аннулированы выборы в самоуправление... В Резекне. Потом прослушивали ответственные структуры и Питер Онекса, тогда и появился скандал с тетрадочками Питер Онекса, якобы с черной кассой нашей партии. Записи Питер Онекса, может, и свидетельствовать о каких-то суммах, но с нашей партией они связаны не были. И если потом у господина Питеронокса появились какие-то контакты с господином Абдулмуслимовым, с которым я не имел чести общаться, то извините, наше будущее не влияет на наше прошлое. Piedodiet, mūsu nākotnei nav ietekmes uz mūsu pagātni. Меня не интересуют нынешние бизнес-связи господина Питер Онекса и неизвестного мне господина Абдулмуслимова. В то время, когда Питер Онекс заведовал резекненским отделением нашей партии, у нас с ним не было никаких бизнес-контактов, только политические. Нас интересовала ситуация нашей партии в Резекне. Ну давайте под финиш, под финал скажем несколько хороших слов русской аудитории. Она смотрит, она, как я, с большим уважением к вам относится и любит Балдес. Вас даже. Я сейчас от всего сердца своего русского любящего. Балдес. Ваша цитата из прекрасной газеты «ДДД» 12 апреля 2012 года. Айвергард издает. Полагаю, что на следующих выборах этот условно-русский электорат будет представлять две партии. Одна будет Центр Согласия, который будет плохим. Запачкались, не претендуют на голоса латышей, но собирают очень большую часть нелояльных Латвии граждан. А вторая партия будет маленькая, прозападно-русская партия, но с тем же, к сожалению, хозяином, что и у Центра Согласия. Это вы про партию Линдермана говорили? Не, вторая такая, европейская, за русский язык борется, все очень в европейском духе. Нет, видите, опять течение времени. Не все прогнозы сбываются. Даже прогноз погоды не всегда. Как мы видим, даже сейчас, в преддверии референдума по негражданам, Центр Согласия пошел другим путем. Если по русскому языку эта партия была «за», то по негражданам она «против». По крайней мере, Ушаков против. Значит, этот мой прогноз вряд ли сбудется, потому что Центр Согласия сменил свою позицию. Я этот прогноз высказал, это довольно давно. Апрель этого года, да. А можете вы сейчас под финиш сказать что-нибудь на русском языке нашим зрителям?
Я, может, закончу про центр согласия, если можно. Мой нынешний прогноз, что центр согласия попытается остаться в главной нише русского электората. А маленькой партией будет партия Линдермана, но совсем не с прозападными ценностями. Этот прогноз не сбылся, таким и останется. Финал, занавес. Скажете на русском что-нибудь, господин Шадурскис? Скажу. С одним условием. Да. Запикивать не будем. Когда будете меня цитировать, процитируйте полную цитату. Абсолютно. Не отрывает латышского сакума, но кривиское амбега. Эфирное время все для вас. Не отрывая латышское начало от русского конца. Поэтому я хочу сказать всем нашим зрителям, что я с большим уважением отношусь к каждому жителю Латвии, вне зависимости от его национальности. И к вену Латвии съедзивотаю, пилниги не откариги, но вене таутивс. Мана галвена... И главный мой критерий — это лояльность тому государству, в котором он живет. И теперь на русском. В этом году, в августе, вместе с семьей я был в Санкт-Петербурге. Самая прекрасная экскурсия за последнее время, потому что была возможность посетить русский музей, Эрмитаж, съездить в Царское село, посмотреть прекрасно отреставрированный Екатерининский дворец и показать первый раз, ну, моя дочь ни разу не была в России, я, собственно, тоже нет, до того бывал только в Советском Союзе. И было очень прекрасно и приятно посмотреть на то русское гостеприимство, на ту открытость, свойственную русской нации, которая не всегда столь присуща моему народу. Мы, может быть, наверное, чаще всего более, ну, такие индивидуалы и не так открыты. И что самое интересное, когда я видел, проезжая в такси, георгиевскую ленточку на зеркальце у таксиста, то это было абсолютно нормально, естественно и патриотически. Но когда я вижу георгиевскую ленточку в Латвии, то это у меня вызывает абсолютно другие эмоции. И здесь, наверное, есть в чем задуматься. Потому что мои уважаемые сограждане, русские, живущие в Латвии, они живут в Латвии. И мое самое большое пожелание им всем остаться в душе русскими и, ну, в государственном плане, не знаю, у меня нет такого хорошего слова, латвийцами или латышами. Это, конечно, некоторая такая, ну, двойственность. Мне трудно по-русски правильно сказать. Там внутреннее противоречие. Для будущего Латвии все граждане Латвии это противоречие должны для себя решить. Чтобы они остались русскими, евреями, поляками, литовцами, но в государственном смысле стали бы латышами. Мне стыдно за вас. Вы так легко перешли на русский язык, отказались от принципов, предали их и стали кланяться перед этими русскими, забыв о государственном языке. Господин Мамыкин, внимательно слушаю. Когда вы наедине с самим собой прослушаете эту запись, я надеюсь, что вам будет стыдно за последнее ваше замечание. Спасибо. Мне сейчас стыдно за то, что мы немножко перетянули. У нас реклама. Истинные слова благодарности. В любом случае, что вы целый час отвечали на вопросы, пусть и не самые приятные. Депутат Европейского парламента Карлис Шадурскис был весь этот час на наших экранах. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо.
Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на пятом. Не переключайтесь. Короткая реклама и вечер новостей. Алексей Новак на ваших экранах.